Друзья, всем привет! В общем, помните, да, что я собираюсь купить себе токарный станок. Вот. И буквально дня, наверное, 3, а может 4 назад связался со мной человек с Краснодарского края, с Белореченского района. Это возле Майкопа. Кто знает, тот знает. Вот. Предложил купить у него его токарный станок. Если я не ошибаюсь, 1К62, но я в них мало разбираюсь. В общем, давайте я сейчас смонтирую видосик из тех фрагментов, которые он мне прислал на WhatsApp. Давайте посмотрим, а потом я дальше расскажу. Идет съемка, не идет, не понимаю. Короче, вот, Санечек, станок. Видос. Точил я, ничего не убрал. Тут. Сейчас свет включу. Свет, подсветка. Ну, вот, станочек. Ну смотри, вот полозья не задирован, ничего. Ну это кто, если токаря нахуй шарят. По-любому ж, если привезешь с собой, может, знакомого токаря, он по-любому его испытает. Так что, ну, станок неплохой. Сейчас включим. Холодненький. Короче, сколько я у токарей был, вот такие станки же ж гремят, хрустят, блядь, работают. Этот вот чётенький. Короче, это интерфейс, блядь, настройки, подача. Ну, короче, если разберешься, а вот станочек. А вот что я за инструмент говорил. Ну, начнем. Это конуса, вот это все там вставлять. Вот. Ну, короче, сверил всяких, это малолитражки. Это что необходимое, что шабари пороть. И вот мечиков всевозможных тут, наверное, я не знаю, от гондона до батона, как говорят, всяких. Вот проходим тут, вот, Сань, тут напаек всевозможных всяких, короче, 7 или 6 килограмм, короче, все виды напаек, если паять. Короче, инструмента тут. Тут все, короче, в этих инструментах, блядь. Ну там мечики все. Развертки, фрезы всякие. Верки. Тут что-то тоже. Тут вот приспособы, чтобы там фрезеровать. Что-то у него там. Вон. Тут. Вот тут, Санечек, еще у меня под навесом тут разверток. Ну, все калибры, походу. Ну, такие вот, я думаю, что необходимые. Тут он еще есть. Не тут, а, Сань, вот тут этот. Короче, тут сверла всякие. В эту сторону пошел от станка, вот тут все. Это инструмент показал. Еще тут он. Фрезы, мезы всякие, блядь. Что тут? Кулачки, молочки. Ну это шкафчик его он тут подмыкал. Тут что? Ну тут эти, блядь, мерять, короче, это все. Подгонять. Тут это мелкие мечики. Не мечики, тут фрезы, шлицы нарезать, всякое, короче. Развертки, модвертки. Не знаю, я, короче, в этом не шарю. Вдруг, он, смотри, 2,5 тонны весит, если воровайка будет спрашивать. Короче, нам придется вот это, я не знаю, вот так
два листа этого профиля сниму, рейки срежу, манипулятор через крышу опустим, вот сюда стропами зацепим, ломиком как бы к боку вот так откантуем и в этот пролет подымем. Заберем. Этот шкаф заберешь, инструмент. Не знаю. Короче, вот эти два листа разберем. Я думаю, вот это рейки спилю сюда. Это стружка у меня тут. Сюда манипулятор заходит. Сюда прямо вот так задом сдаст. И вот сюда поработаем. Ну, в общем, видели, да, мужики? Сам станок. Оснастка, ну так я смотрю поверхностно, оснастка вся будет отдана вместе со станком. Человек, зовут его Юрий, хочет за все вот это, как он мне назвал, сумму 180 тысяч. Поэтому напишите в комментариях, мужики, знающие мужики, нормальная цена, адекватная, неадекватная. Ну там оснастки, там я не знаю, я не специалист в этом, ну... Навскидку, там килограмм ее 250, а может и 300. Только одной оснастки. Вот, как-то так. Ну, на сегодняшний день, мужики, я ни финансово, ни, как сказать, физически, да, я не готов приобретать такую махину огромную, плюс она на 380 вольт, а купить, чтобы сказать, что у меня есть станок, ну, это как бы... Не то пальто, мне его и ставить некуда, и подключать, да, некуда, да и огромен он, у меня места просто в мастерской столько нет. Я с ним поговорил, мужики, поговорил, говорю, ну, мне не надо, ну, давай, говорю, скажу мужикам, может, кому-то надо, понимаете, так что давайте я оставлю номер телефона в описании и в закрепленном комментарии Юрия. Мужики, если вам нужно, позвоните, пообщайтесь, напишите в WhatsApp, человек вам вышлет дополнительные видео, фото, там, может, цену собьете там до сотки, я ж не знаю, ваших способностей. Вот. Я бы с удовольствием, ну, такой паровоз мне просто, ну, не нужен, ну, вот реально не нужен на данный момент. Возможно, я пожалею об этом тысячу раз. Ну, как-то так. Ладно, всем пока. Кстати, Юрий будет еще продавать погрузчик самодельный. Если будет интересно, пишите также в комментариях. Пускай скинет мне видосик, а я уже его оформлю, как говорится, как полагается. Да? Потому что мне звонят постоянно и спрашивают, а делаете ли погрузчики, а делаете ли... переломки. Ну вот вам два в одном будет вариант. Вот как-то так. Ладно, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся.